Всем привет! У меня распаковка. Сегодня у меня крупное приобретение и хочу поделиться. Это очень нужная вещь, это не реклама, просто я себе купила. Знаю, какая у нас в Украине тяжелая обстановка. И так как я очень долго сомневалась и думала, что же мне купить, искала, что мне в моих условиях именно мне подойдет и поможет пережить зиму. Две зимы мы пережили без этого, но уже рисковать не хочется. Пугают все. В общем, я купила, и если кто тоже переживает и не знает, что приобретать в этом случае, может быть, поможет мое видео. Это перетворювач напруги. Преобразователь мощности с зарядным пристроем. То есть здесь преобразователь мощности с встроенным зарядным устройством. 1000 ватт мощность. Сейчас я открою и вам покажу. Вот так упаковано. Чисто синусоида. Не знаю, что это такое, но говорят, это очень важно. Вот этими два провода, черный и красный, они сюда подключаются. У аккумулятора тоже там черный и красный выход. Поэтому здесь вот это подключается, он очень просто, даже я все это поняла. Мне было понятно. Вот, включить-выключить. Здесь, если он зарядился вот full, значит лампочка замигает, будет он заряжен. И вот здесь включается то, что вам надо заряжать. Вот это уже для подзарядки самого устройства. И вот такой аккумулятор плюс-минус. Он небольшой, но он достаточно тяжелый. Ложить его нельзя, он в таком положении должен находиться. Это вот люди берут вот эти преобразователи к аккумулятору для автомобилей. А это вот такой специальный аккумулятор. Я покупала в магазине, у нас в Крымруге есть магазин «Зирка», хороший такой магазин, там все можно по сантехнике все купить, там, где оптовые склады у нас этот магазин, но я думаю, можно при желании найти в интернете. Вот так, друзья, рассказала о своей покупке, может кому-то пригодится, пользуйтесь. Желаю всем пережить эту зиму. И чтобы нам это все не понадобилось. Но лучше, чтобы это было. Коробочку уже заняли. Какая удобная коробочка. Вот его цена. Цена аккумулятора 10600. И цена инвертора с правильной синусоидой 6500. Все.
все вместе 17 100. Этот аккумулятор рассчитан на 1200 циклов, то есть 1200 раз его можно разрядить и зарядить. Производитель Болгария. Всем пока. Проверяем. Идет зарядка. Или вот так, через USB. Все работает. Котел тоже мы можем, насос подключить, можно холодильник захолодить. Вот такое приобретение.